Стол закусками украшен, за и под столом народ. Мы сейчас ему расскажем кое-что про Новый год. Что ж, помчим-ка, поспешим-ка на фантазии санях. Зайчик, ежик и снежинка тоже будут при делах. Мы во Франции галантной, кавалеры дамам тут подавать умеют лапки. Лягушачьи ко рту. Все тут вежливы, любезны. Все друг другу выкают. Мушкетеры за подвески всем моргалы выколют. Слушайте, да. Пусть тем, кто не пьет, будет хуже, чем нам с похмелья. Пригласил как-то Иван Царевич Снегурочку в баню. А она взяла и растаяла. Пригорюнился Иван-царевич, денег-то не вернешь. И тут говорит ему мочалка человеческим голосом: «Расколдуй меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь». Послушался он ее, расколдовал, и превратилась мочалка в прекрасный-прекрасный березовый веник. Так выпьем же за чудеса, которые иногда происходят с нами в банях.